Всем привет! Большая удача! Несмотря на общий старт посевной, одно из интересующих нас полей еще не засеяно. Пообщались с хозяином, действительно, они даже его еще не готовили, поэтому можно пока попробовать поработать. Ребята разбрелись в поисках сигналов. Попробуем, что будет получаться. А вот и первый сигнал. Какая-то железная штуковина там лежит. Но что это? Пока неведомо. Я не видно, я ее закопал. Закопал. Молодец. Посмотрели. Ладно, посмотрим в другой раз. Точнее, чуть позже. Вроде как каска, говорят. Ну, что-то пока не ясно. Патрон вот стальной немецкий выбросили, я видел. Сейчас попробую под нее подрыть. Вытащим. Вытащим. Да, немец. Доколе видно. Ударено. В затылок. И сюда ударено. Покрути, покрути. Доколе видно? А, ну покрути, покажи доколе. Отлично. О, доколе хорошо видно, смотри. Ну, чуть-чуть рукавицей оттруси. Да, деколь видна. 42-я. Я же тебе говорил, завальцовка. 40-ка. 40-ка. Мне показалось, как 42-я. Она вон и тут. Угу. На вылет пошла. Дун-дун. Да. А этот выдрали. Блин, ну для да как... его могло и вырвать, смотри, он выбит. Его могло осколками вырвать. А вот еще на его и треснутая чуть-чуть он. Трещина. Где? А вот. А, да, да. Переверни сейчас с другой стороны, посмотрим. Трещина. А, не видно трещину с этой стороны. Это я не видно. Угу. Да вот, видно. Она треснула от осколка. Вот. Вот. Вот, вот она сюда треснула. Деколь неплохо видна. Это интересно, конечно. Ну вот тебе и троечка. Надо щупать, может еще что есть. Помимо предложенной каски, ну, сигнала мы уже заканчиваем, подрываем, там больше ничего явного нет. Обнаружено еще несколько сигнальных гильз. Да, кольцо от немецкой гранаты М24. Ну, латунные, стальные. Пока вроде все. Будем перемещаться. Сейчас закопаем, подроем, закопаем, переместимся. Рядом с шурфом, в котором копали каску, еще был слабый сигнальчик. Начали разрывать. Тоже идет окопчик. Узкий такой. Вот тут идет стена. Вот здесь идет стена. Такое направление. Ну, пока толком ничего нет. Гильзы стальные. Гильзы латунные. Крышка от гарн... От М24 гранаты ранее находили кольцо в соседнем шурфе. Какой-то непонятный разорвыш. И там вдалеке, сейчас ветер будет сильно гудеть. Говорят, деревянный ящик с патронами попался немецкими. Пойдем посмотрим. Вот я вижу сами патроны. Граната кумулятивная немецкая для наствольного гранатомета. Тоже гильзы. А вот и ящик, да? Полезу вниз, поснимаю. Ага. Получается, то ли крышка, то ли сам ящик деревянный. А вот лежат стальные патроны в обойме. В обоймах. А ну чем-то ковырну. А вот, сейчас я патрончиком ковырну. Оп. Вот такие вот патрончики. Мы сейчас поучаствуем в извлечении этого ящика. Посмотрим, что да как. Интересно все-таки.
вот объектив перед тобой. Видишь, рассыпается все. Да просто так проноси, она фиксирует. Что это проноси? Блокированные были. Целый ящик патронов. 1500. Сколько ладони? Не ладони достать. Стальные патроны. Полный ящик. А, да, стальные. Пока радировали все. Сейчас. Рассыпалось. Давай дальше, давай смотри. Тут нужно с лучаток высоту вынимать. Да, вынимать их. Вот, посмотри на наклейках. СТ. СТ. Не вижу. Такая небольшая горка стальных патронов находилась в этом деревянном ящичке. Думали все, но нет. Еще один блок показался патронов. Вот они. Лежат. Красавцы. А вот и второй ящичек. А ящик сам сгнил, а краска осталась на земле. Сейчас попробую заснять это дело.
И вновь продолжается бой. Но пока результатов нет. Только гильзы. Такие узкие ходы, сообщения или точки пулеметные. Вот, в принципе, и все, что пока обнаружили. Ну, не будем унывать. Там тоже только гильзы. Возможно, в следующих сигналах будет что-то поинтересней. Покончено с этой. А кроме гильз, так ничего и не появилось. Энное количество сигнальных гильз. Даже какие-то были с красивыми надписями. Ну вот как бы и все. Несколько обоим еще было. Перемещаемся, уже начали работать. Там тоже только гильзы. Начали работать вот тот сигнал. Пока не ясно, что там. Рядом есть там еще один. Ну, посмотрим. Целый день копаем гильзы. Гильз накопали немерено. И вот среди гильз, наконец-то, на каком-то сигнале попался предмет, отличающийся от гильз. Так называемый кекс. Магазин для пулемета МГ-34-42. Немецкий. А, снимем сейчас. Отойди от солнца, пожалуйста. Вот такой вот пустой. Ленты нет. И вот подсказывает граната М-39. Только что выскочила. Может, что-то будет еще. Яма хоть как-то отличается от гильз. А может и нет. И следующий, и пожалуй крайний на сегодня сигнал. Пока не ясно, что там в глубинах. Идет на стрел. Чуть не упал. Немецкий. Сигналка попалась. Горелая вот такая длинная стальная. Крышки от немецких гранат. М-39 яйца. Явно перебрасывали с гранатами. Немножко колючей проволоки. Вроде как на данном этапе все. А что будет ниже, пока еще не ясно. Ясно, что вот по левому краю идет стенка. То есть яма уходит больше вот сюда. Ну что же, к сожалению, окромя гильзача и какого-то свитерка, боюсь даже высказывать предположения, которые были высказаны на его счет. Пусть это останется загадкой. Ничего больше не обнаружили. Зарываем. На сегодня все. Но продолжение следует.